Всем привет! Сегодня 2 апреля. Решила заснять, что сегодня готовила на обед да ужин. Или ужин на обед. Вот. Это будет спагетти с мясом, которое я вчера отваривала. Вот. Яйца. И еще разогрею капусту с ашановскими фасолей. С ашановской фасолей. Недавно написали о том, что у меня короткие видео. Но извините. На больше надо, наверное, готовиться больше. У меня, к сожалению, времени нету. Сейчас занимаюсь оптимизацией тех роликов, которые засняла, так как мало показов. Может быть, дело в оптимизации, может еще в чем-то. Не знаю. Мне посоветовали одну программу. Она мне ранее была на компе, но я ее, как сказать, разбудила, потому что она была мне отключена. И я ее просто включила, и автоматически она начала появляться на YouTube роликах, не только на моих, но и на роликах моих друзей, на кого я подписана, чьи каналы я смотрю. Спасибо всем за комментарии, за лайки. Вот. Так что всем пока, до новых встреч. Я думаю, это не последнее видео из этой серии.